Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme 8i заблокировать номер. В первую очередь переходим в приложение телефона, тыкаем здесь, переходим в его настройки и затем в раздел «Заблокированные номера». И нажимаем «Добавить номер». И здесь просто вручную вписываем номер, который нам докучает. Нажимаем «Заблокировать» и больше данный номер нам никогда не дозвонится и нас не побеспокоит. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!